Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем проходить игрушечку Darksiders. Ну что, нам нужно собрать 500 душ для Вульгрима. Давайте займемся этим делом. Так, там у нас ходят зомбари. Нужно что-то делать. Так, у меня же есть, получается, специальная такая штука, которая показывает местонахождение сундучков. Так, давайте-ка. Получается, вон там, да, я так понял? Да. Вот там у нас должен быть сундук. Давайте-ка посмотрим, что вообще там есть интересненького. Немножко изучаем город, смотрим. Узнаем все это. Иди сюда, тварь. Здорово. Так, ну эти, конечно, никчемные, просто никчемные зомбари. Так, а вот и души. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, отсюда можно будет спокойно выйти? Погоди. Ага, вон там уже подняться. Хорошо. Там что-то зомбари стоят. Что-то, блин, хотят от меня. Так. Что такое там сверху? Да хорош, слышишь? Тебе что надо от меня? Так, ну давай-то пару душ еще соберем. Почему бы и нет? Халявные души. Иди сюда. Так, ну что, давайте смотреть по карте. Будем искать. Будем смотреть по карте, будем искать эти сундучки. А тут, я так понял, где-то наверху находится все это дело. Нам бы как-то туда забраться. Так, ну зомбари пускай пока пытаются меня догнать. Мы с вами пробежим дальше. Это что за хрен? Так. Стой на месте, нажмите левый Alt, чтобы блокировать удар. Хорошо. Подожди. Левый альт. Ага. Нормально так. Тихо, тихо, тихо. Лежать. Так, добиваем этого ублюдка. Да не его, вот этого, давай. Ой, красава. Блин, как неудобно здесь сделан блок все-таки. Так, давайте-ка поменяю сейчас все это дело. Не, подожди. Кто? Где тут у нас? Вот. Нужно поменять. Блок, 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 блок. Вот так вот, давай. Так. Вот сейчас хорошо. Так, ну чё, ублюдки? Давайте немножко раскидаем их. Что-то их тут развелось. Давай подходим ближе. Подходим ближе. Падлы. Давай. Привет. Так, ну я думаю, у нас нам не составит труда собрать 500 душ. Ни хрена их там. Что-то вас много, пацаны. Иди сюда. На тебе. Так, можно добить одного ублюдка. Ой, там здоровый хрен идет. Это плохо. Так, ну чё? Иди сюда, давай, сладенький. Опа! Готов. Так, его здорового хрена. Надо как-то вырубить по-другому. Так, давайте-ка будем брать машину, наверное. Так, давай, чувак. Будем в него кидаться издалека. На тебе, по щам. Да-да-да, опасный ты хрен. Опасный хрен. Чё, такой-то быстрый хрен, смотрите, для такого здорового. Для такого пузатого чувачка. Он очень быстро бегает. На тебе. Твое пузо. Так. Так, можем вот так уходить. Нормально. Главное только поймать момент. Опа. Лошара. Пока ты там размашешься, я уже 100 раз успею от тебя отойти. Так, ну иди сюда, давай. Хопа! Просто по щам наподдавали ему. И добиваем. Жестко, жестко и красиво. Фух, так. Я пришел сюда за сундуком. Так, ну да, я так понял, жизни, да, у меня? Скорее всего. Так, ну давайте спустимся, возьмем. Посмотрим. Может, там будут души. Даже не знаю. Ну да, смотрите. Можно было его и не брать, по сути-то. Ну да ладно.
пусть была не была. Иди в жопу. Так, нам осталось собрать совсем немножко душ. Давайте посмотрим по карте, что у нас там вообще происходит. Так, вон там есть сундучок. Сейчас посмотрим. С вами движемся в правильном направлении. Сейчас глянем. Что у нас тут есть интересного? Так, там какой-то хрен появляется. Опять что ли с жизнью? Вот говно, а. Ай-яй, тихо. Блин, надо как-то сделать... Опять же, неудобная раскладка немножко. Находится все близко. И нацеленность на цель. Нацеленность на цель. И... Так. Так, не, подожди. Давайте-ка сейчас сделаю это все без записи. Сейчас посмотрим, и мы с вами вернемся. Так, ну что, вроде как поставил, вроде как стало получше. Тихо. Вот так вот хорошо. Удобно стало. Бам! Да и добиваем. Хуяк! Хорош, красавчик. Так, мне нужно будет восполнить немножко... Немножко жизней. Давай сделаем так. А что у нас здесь внизу вообще есть интересного? Ага, еще один сундук. Просто великолепно. Давайте это сделаем вот так. Так, сколько у нас тут всего? А, смотрите, все, мне хватает душ. Ну, мы с вами быстро справились с этим заданием. Сейчас уже отнести души Вульгриму. Хватит душ, чтобы утолить голод Вульгрима. Может, теперь он утолит наше любопытство. Да-да-да. Нам дают подсказки. Наш дух. Так. Подожди, а там же еще, получается, остались, да? Еще вон там есть какое-то еще в здании. Смотрите, давайте-ка попробуем сейчас зайдем сюда. В дальнейшем я, скорее всего, смогу эти души прикупить что-нибудь себе. Поэтому чем больше душ, тем лучше будет для нас. Вот, стоит один здесь. Просто великолепно. Так, ублюдки. Мы же, получается, сейчас отдаем все души Вульгриму. Ну, 500 штук, да? И у нас их совсем не останется. Совсем мало будет. Так. Ну что, выходим отсюда? Это было легко. Так, и что у нас тут еще есть? Что еще осталось? Ага, еще один сундучок есть. Еще два на этой локации. Так, подожди, как мне туда зайти? Хер его знает, походу никак. Так, ладно. Давайте пробежимся вон туды. Там еще должен быть еще один сундучок. Что происходит с городом, а? Капец, полная разруха. Люди же, получается, превратились в зомбаре, да, я так понял. И все хреново. Тихо. Здоровый хрен явился, а? Ну какого хрена? Так, каждая тварь хочет меня замочить, а? Твою мать. Тихо. Сейчас покидаемся немножко в него. Иди в ж... Ах ты сучара, а? Дерзкий хрен. Так, хорош. Тихо. Сейчас разберемся, мы быстрее него. Опа. Да, мужик, я понимаю, ты злишься, не можешь меня поймать. Ну ты никчемный. Ах ты сученыш, а? Надо было немножко попозже. Вот сейчас. Уходи в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Тихо. Да какого хрена? Уходи, уходи, уходи. Аккуратно. Да ты что делаешь-то? Уходи давай в сторону. Как-то немножко бывает это криво работает. Не всегда он так уходит в сторону, бывает назад откатывается. В итоге этот здоровяк меня догоняет и дает мне по щам. Надо уходить в сторону, тогда все будет как надо. Так, ну ничего, справились. Справились. А за него дают много жизней. Вот там я вижу сундук. Сейчас мы его возьмем себе. Так, там, я так понял, у нас локация еще закрыта, да? Хорошо. А, тут у нас были жизни. Блин, можно было сюда не идти. Ладно, двигаемся назад. Отдаем души Вульгриму. И посмотрим, что он нам там даст взамен.
Ну что, вроде как со всеми разобрались в этой локации. Остались только одни вороны. Так, ну чё, здорово, Вульгрим. Эти древние врата мало кого слушают, но при помощи этого вы можете прийти к Эпизаиба Байтване. Пройдя врата, найдите мницу Самаэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, опасно близка. Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. Окей. Найдите демона Самуэля. Чувак, что там у тебя есть на продажу? Ревун. Искусственно вырезанный рог, способный пробуждать древние врата. Чтобы использовать взятый в руку рог некоторых противников, его звук может сбить с ног. Ага. Так, погоди. Так, выберите нужную вещь, закрепите выбранную вещь в ячейке снаряжения. Так, ага, хорошо. Сейчас посмотрим. Подожди, как мне его? Ну-ка, давайте-ка смотреть. Ага. Нифига себе. Нормально так. А, тот здоровяк, которому мы вроде как помогли, да? Никто не свободен, пока не повержен разрушитель. Разрушитель? Да, мы скованы его властью, хотя и остаемся его врагами, и потому его врагов зовем друзьями. Какой здоровый хер, а? Вот это махина. Если таковы врата, то мне не терпится увидеть, что за ними. Сейчас пойдем посмотрим, что он еще будет делать, интересно. Бам! Такая туша прыгнула. Так, ну он просто себе куда-то пошел. Интересно, куда он вообще идет? Там есть проход разве? Видимо, да. Пошел себе гуляет такой. Ладно, заходим тогда, что у нас тут есть интересного. Открывай это говно, давай. Так, есть сундук, но я пока его использовать не буду, возможно, он мне пригодится. Так, что у нас тут? Ага. Вроде как сундуков не видно. Подожди, или... А, у меня сундук пропал. Получается, нужно саму, да, искать? Ой, там здоровый хрен. Вот это же говно, а. Лежать. Ага, смотри, можно их так отгонять, да, значит? Пузатый хрен, а? Ай, надо в сторону, надо в сторону. Да в сторону уходи, дурак! Куда ты прям на него-то бежишь? О, всех тут молотит, смотрите, зомбарей, всех подряд. На тебе по жопе. Так, ты давай падай уже. Чё такой живучий-то, а? Ой, хорош. Он что, взрывается? Слушайте, опасно. Если будет мало жизни, можно будет от него загнуться. Неприятно будет. Так, души. Души. Так, я так понимаю, души здесь самые ценные. Я на самом деле подзабыл уже эту игрушечку. Так, нужно, конечно, вспоминать все это дело. Ох ты, твою мать, пузатый. Тихо.
На тебе. Уходи, уходи, уходи. Ах ты, сукин ты сын, а, пузатый ублюдок. На тебе, падла. Ой-ой, это было опасно. Так, бомбанул. Во, смотрите, это был взрыв, он меня попал немножечко. Было неприятно. Так, что у нас тут, есть что-нибудь в воде? Так, ага. Так, что у нас тут есть интересненького? Давайте-ка смотреть. Какие-то проходы. Твою мать. Сейчас посмотрим. Интересно все-таки посмотреть. Так, и что? Куда я приплыл? Опачки, смотрите-ка. Зашкерили, ништячок. Осколок камня жизни. Найдя 4 осколка, можно собрать камень жизни, который увеличит максимальный запас здоровья воина. А, войны. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Будем искать тогда. Будем рыскать. Все это дело. Под водой еще когда-то можно сражаться. Хорошо. Так, ну что, Фланда наружу. Неплохо так я заплыл. Неплохо. Ой, ублюдки, идите в жопу. Я даже не хочу с вами возиться. Вы недостойны. Так. Ладно, идем дальше. Так, еще один. Не, пока я пока буду оставлять на всякий случай. Мало ли что нас там ждет вообще. Так. Ну-ка, открывай давай это говно. Горящие виселицы. Громкое название. Так, ну вроде как пока все спокойно, все тихо. Ох ты ж твою мать! Здорово! Старые знакомые, а? Где вы были все? Я вас ждал. Ты чё охренел? Ты чё творишь, ублюдок? Иди сюда. Так, тихо-тихо, давай. Опа. Хорош. Так, а вон еще бегут, да, значит? Спокойно, пацаны. Прикольная вещь, на самом деле. Так, минус. Чувак, иди сюда, давай. Хопа. Пацанчик, ты что разбегался? Ну, это вообще какие-то никчемные пацаны, на самом деле. Так, для массовочки, наверное. Еще пойдут, а как герои, конечно, слабоваты. Так, что у нас на этой локации вообще? Ага, нужно двигаться вот сюда. Так, я понял. Давайте пройдем. Посмотрим, что нас ждет. Ох ты ж, нихрена себе. Чё за ублюдок? Ты убил многих моих воинов. Настоящих воинов среди них не было. Знаешь ли ты, кто заточен здесь? Есть те, кого стоит бояться даже тебе, всадник. Раньше ты был силен, но теперь ты слаб, а еще ты одинок. Разрушитель знает о том, что ты идешь. Он уже собирает против тебя свои легионы. Тогда почему ты дрожишь? Ну давай посмотрим. Один на один я, надеюсь. Генерал демонов. Окей, первый босс, ребятки. Первый такой. А мы так с вами бегаем, как на разминочке. Хоп-хоп-хоп, смотрите. Так, ну чё, давай. Тихо. Тихо. Спокойно. Ну чё, как тебе такой вариант? Да не ори. Смотри-ка, у него ещё блок, оказывается, есть. Хорош. Да, лошара. Ты медлителен, чувак. Ты медлителен. А, еще призывает своих прихвостней. Это бесполезно, чувак. Это бесполезно. Что-то вас здесь многовато развелось, пацаны. Давайте разберемся-то с вами. С каждым. По одному. Здорово. Так, ну сейчас, да, разберемся с этими ублюдками никчемными. И займемся с этим странным генералом.
Хопа. Иди сюда. Готов. Ну чё? Иди сюда. Да ты чё гонишь, что ли? Иди сюда, говорю. Сразись со мной один на один. Секунд. Не, походу у него какая-то броня сейчас. Так, ладно. Давай сейчас развалим этих никчемных рыцарей, каких-то, я не знаю, как их назвать. Тихо. Вот, окружать меня не надо. Окружать меня не надо. Да не ори, мужик. Сейчас я разделаюсь с твоими жалкими дружками и займусь тобой. Хопа. Ну, очень классное набивание, да, ребят, согласитесь. Вот, давай. Да ты чё там машешься, дебилой? Ну, это было серьезно, да. На тебе. Полетай немножко. Так, пока он валяется, нужно действовать. Блин, а? Это было неприятно. Так. Так, хорош. Чё, неприятно, ублюдок? Суки, смотри, какой живучий, а всё-таки. На тебе, падла. Сука, еще блочит, а? Пожиратель хаоса стал сильнее. Пожиратель хаоса переполнен энергией. Его разрушительная мощь растет. Так, и что теперь? Ах ты, падла, а? Попал все-таки. Так, ну чё, можно добить? Иди сюда, тварь. Охренеть. Да, ну конечно, добивания здесь просто суперские. Это было классно. Да, ребят, и таких боссов здесь будет просто уйма. Очень и очень много. Так, почему-то с этой горгульи у нас бежит кровь. Так, и чё? Надо её как-то передвинуть? Одна горгулья, изрыгающая кровь, наверное, крови... А, всё нормально. Лужи крови. Чё за хрень там орёт? Как-то даже немножко не по себе. Так, и что? Что нам остается сделать? Вроде все горгульи уже... А, еще одна осталась. Еще одна. Давайте-ка поставим ее, посмотрим, что получится из этого. Так, ну вроде как все, да? Все три. Или четыре их. Такс. Война. Решил стать моим палачом. Тогда тебе нужно было прийти с братьями. Не тебя я хочу убить, Самаэль. Значит, разрушителя. Тебя он не по зубам. Да и мне тоже. Тюрьма сделала из тебя труса. Может, способ и есть. Но тебе придется попасть внутрь цитадели Разрушителя. Башню стерегут четверо его приближенных. Принеси мне их сердца. И не задавай вопросов о том, почему я решил тебе помочь. Где же найти этих сторожей? Начнем с Сумрачного собора, где свило себе гнездо Тиамат, королева всех летучих мышей. Все ее владения — бесславное пекло. Пешком ты туда не доберешься. Найди возвышенность и используй это. Вау, крылья. Принеси мне еще бьющееся сердце. Серьезный чел. Серьезный. Здоровый такой, да? Найти Тиамат и добыть ее сердце. Хорошо. Так, полет среди теней. Война может планировать на этих сверхъестественных крыльях
Выполнить двойной прыжок и удерживайте. Ну-ка, давайте попробуем. Вау. Классно смотрится, да? Офигенчик. Фуф, ну что, ребят, да, давайте мы с вами закончим здесь эту серию. Был такой небольшой босс у нас, да, но он был просто никчемный. Мы его, конечно, разделали. Просто, ну, это было очень легко. Мы с вами с ним разобрались. И продолжим с вами в следующей серии. Нужно будет найти какую-то летающую тварь. Я думаю, что мы с ней разберемся, и все у нас будет как надо. Всем спасибо за внимание, это была игрушечка Darksiders. Всем спасибо, всем удачи и всем пока, ребят. Счастливо.